Делаем кач, ваунс, 5, 6, 7, 8. День здоровья в Копейске отметили танцем. На центральной площади собрались мальчишки и девчонки из разных учебных учреждений города. Специальную акцию 7 апреля для них организовал отдел по делам молодежи. Сегодня Всемирный день здоровья. Вот ежегодно, уже 5 лет подряд, мы проводим такие мероприятия для молодежи, молодежные акции, день здоровья. Потому что очень важно быть здоровым, спортивным и активным. Сегодня у нас запланировано в программе выступление творческих спортивных коллективов, чирлидинг, фитнес-тренеры сегодня будут показывать свое мастерство. И тем самым мы молодежь будем приобщать к здоровому спортивному образу жизни. Собравшиеся на праздник могли продемонстрировать свои спортивные навыки. Пример здорового образа жизни юным копейчанам показал и начальник управления физической культуры Копейска. Вы пока отдыхаете, стоите, наблюдаете, да. Мне полегче. Поехали. Раз. Я думаю, все поддержим. Два. Мы узнали у гостей праздника, как они будут отмечать День здоровья и что нужно делать, чтобы всегда быть в хорошей форме. Как будем отмечать? Здоровым образом жизни, пропагандировать его. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Вести правильный образ жизни, вредных привычек не иметь, ну и всегда хорошее настроение, чтобы было. Как вы думаете, как можно вовлечь других людей в здоровый образ жизни? Ну, такими же, наверное, акциями, как вы, как здесь проводится сегодня. Чаще их проводить, привлекать к здоровому образу жизни. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? И мерзнуть, да. Танцевать. Тоже заниматься спортом. Создавать себе праздничное. Заниматься спортом, повторюсь. Так держать. Питаться здорово. Всю жизнь работала, о здоровье своем не думала, а сейчас уже поздно думать о своем здоровье, когда все болячки уже у тебя. А что бы вы посоветовали молодым? Пусть молодежь будет здоровыми, берегут свое здоровье. Не как мы не берегли свое здоровье. Не курить, не пить, соблюдать, спортом заниматься. Напомним, Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. В нашем городе он традиционно сопровождается молодежными акциями для приобщения копейчан к здоровому образу жизни.